Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Светлана Рай на даче. Дорогие друзья, сегодня мы будем готовить пеларгонию или попросту герань к зимовке. Вот вы видите у меня вазон. Этот вазон у меня находился с апреля месяца и по октябрь на даче. Цвели герани, и было все хорошо. А теперь, чтобы эти герани не пропали и сохранились до следующего года и радовали вас еще и зимой, мы подготовим их к зиме. Я храню герани в комнатных условиях, не в подвале. И поэтому они у меня сохраняются очень-очень хорошо и радуют меня и зимой, и летом. И для этого нам потребуется вот такая земелька. Я уже здесь приготовила совочек, немножко воды и вот такое кашпо. И давайте приступим. В первую очередь я хочу вам сказать, что нужно сделать для того, чтобы герань, в общем-то, сейчас именно в это осеннее время очень хорошо себя чувствовала. Вы видите, что очень много вот таких вот сухих. Она немножко подмерзла. И надо обрезать все вот такие вот сухие веточки. Вот это все мы обрезаем. Посмотрите. Это я все обрезаю. Не бойтесь делать сильную обрезку, потому что герань восстановится. Она будет еще пышнее и еще краше цвести. Вот эти сухие тоже нужно обрезать. Это все обрежем. Если вы хотите хранить в этом же кашпо и вам не тяжело его увезти домой, вы можете это тоже сделать. Только надо сделать очень сильную обрезку. Вот, убираем все сухое. И вот посмотрите, как сильно я обрезала герань. Даже еще сильнее. Вот сейчас обрежу. Вот это все сухое обобираем. Удаляем поврежденные листья. Вот посмотрите, вот у нас... Сейчас я камеру сделаю повыше. Вот посмотрите, у нас идет стебель. Он здесь подвял. И чтобы он не разносил болезни, мы его обрежем. И вот стебель. Видите, уже здесь вот маленькие листочки появляются. Обрезайте, не бойтесь, прямо вот так. Вот. Обрезайте все слабые, все сухие. В общем, очень делайте сильную обрезку, дорогие друзья. Самое главное, не волнуйтесь. Герань какое-то время постоит, наберет сил, а потом восстановится снова и будет. Вы ее подкормите немножко, и она будет вас радовать своим цветением в зимнее время. Как раз это время приходится где-то на январь месяц. Вот такой будете радовать красотой. Вот посмотрите, я очень сильно, так еще вот здесь вот сейчас обрежу. Так, очень сильно обрезала. Посмотрите. Вот в таком состоянии у меня этот горшочек поедет домой. Вот этот еще листик я обрежу. Он тоже. Или вот так вот просто его обломлю. А другой вот герань, другая герань, которая была более тяжелым в вазоне, я ее убрала из этого вазона. И сейчас мы будем ее пересаживать вот в это кашпо. Ну вот, посмотрите. Я вот здесь выкопала и все молодые гераньки. И вот герань, которая мне очень-очень нравится. И вот здесь молодые, значит, гераньки, которые я сажала семенами. Ну, что-то они у меня не очень... В этом году цвели, наверное, грунт был плохой все-таки. Я грешу на грунт.
И сейчас, вот посмотрите, я выкопала вот с таким кумом земли. Посмотрите, какая корневая система. Выбрасывать мне жалко. А я просто сейчас это буду пересаживать вот в это кашпо. Так, и сейчас все я вам буду показывать. Ну вот, посмотрите, я взяла вот это кашпо. Мне оно нравится. Оно такое, знаете, дышащее, гибкое. И очень-очень легкое. Покупала я его фикс прайс. И вот здесь на дно я уже насыпала земельки, немножко керамзита. Там уже дырочки, отверстия есть. И беру вот этот вот ком. Так, сначала мы прольем все-таки это немножко, немножко прольем водичкой. Так, и вот этот наш ком высаживаем. Так, сейчас, друзья, я поставлю камеру так, чтобы было все это видно. Так. И вот видите, этот кум я высадила. Знаете, можно, конечно, я вот здесь корешки уже расправляла, как бы их так немножко пообрезала, пообрывала. Обязательно это сделайте. Так, и теперь сюда подсыпаем нашу земельку. Земельку такую хорошего грунта. Так. Вот так вот. Вот так вот все это мы подсыпаем. Так, вам видно или не видно? Сейчас я вот так сделаю. Так, еще вот сюда. В общем, заполняем все-все пустоты, чтобы у нас наша геранька всю зиму у нас хорошо себя чувствовала. Так, и вот здесь у нас осталось еще место сбоку. И вот в это место мы сейчас воткнем вот эти небольшие герани. Так. Так, одну воткнули. Не бойтесь загущать герань, потому что герань любит густые посадки. И от этого она не будет страдать. Вот видите, сколько череночков. Не череночков, а росточков хороших я набрала уже с корневой системой. И вот так вот сейчас я их все сюда посадим. Вот. И насыпем земелечки. Вот. Сегодня, знаете, было минус, наверное, 5 градусов. Проснулась, везде лед. И вот только сейчас температура сейчас поднимается. Обещают 14 градусов. Но герани уже у меня стояли дома, иначе бы они замерзли. Ну вот, смотрите, дорогие друзья, мы посадили с вами гераньки. Вот так вот земельку хорошо утрамбовать надо. И немножечко прольем, чуть-чуть, чтобы до дома довести. А дома прольете уже хорошо, потому что чтобы вода не выливалась и было аккуратно в машине, скажем так. Ну вот, друзья мои, вы видите, мы сделали замечательную посадку нашей гераньки. И вы посмотрите, вот здесь у нас вот, да, вот такие листики. Надо их все удалить. Вот такие жухлые, красные листья. Вот эту герань, видите, я уже обрезала. Она уже зарубцевалась. И, в общем-то, чувствует себя хорошо. Вот я обрываю все вот эти красные, желтые листья, которые абсолютно не нужны. Смотрите, здесь уже
и бутон. Но не буду его обрывать, пусть он будет меня радовать. Вот такой небольшой вазончик у нас получился. И теперь этот вазон поедет домой. Домой. Вот такое небольшое видео о пересадке, перевалке, скажем, нашей пеларгонии в домашние условия, в небольшие кашпо, чтобы они перезимовали дома. Не будьте загущенной посадки, делайте так, и ваша герань будет вас радовать и зимой, и летом. А в апреле эта герань снова поедет отдыхать на дачу. На этом я свое видео заканчиваю. Всем пока-пока. До новых встреч, дорогие друзья.